Заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов вместе с начальником теруправления Евгением Степаненко, представителями общественности, эксплуатирующей и подрядной организацией посетил очистные сооружения в Кубинке. Они обсудили механизм подключения нового объекта, инженерной инфраструктуры города и подписание необходимой для этого документации. Как отметил Олег Рожнов, примерно через неделю новые сооружения будут запущены. Теперь задача инициировать их демонтаж и проведение всех необходимых работ по экологическому восстановлению почвы.